Дизайнерский стеллаж «Медведь» из искусственного камня и томские шкафы с кристаллами Сваровски. Модные новинки и эконом-варианты можно увидеть на выставке «Сибмебель-2016» в Новосибирском экспоцентре. Производители из разных регионов России и Беларуси представили свою продукцию. Могут ли они заменить итальянскую мебель и составить конкуренцию шведской компании IKEA? Лидия Захарова изучила выставочные стенды. Стеллаж из искусственного камня в форме медведя – работа молодых дизайнеров из Екатеринбурга. Его сделали специально для выставки, чтобы показать все возможности этого материала. Стоит такой арт-объект около 400 тысяч рублей. Впрочем, чаще из искусственного камня заказывают изделия попроще – столешницы, мойки, раковины. Это пятно показывает о том, что возможно вообще сделать из материала. То есть как угодно он изгибается и вырезается по любой форме, шлифуется, и получается такая замечательная интерьерная штучка, которую вы можете украсить либо посмешить своих друзей. Необычное может быть и недорогим, говорят участники выставки. Кухонные фасады с 3D-эффектом из самых разных расцветок. Ярко-желтые, красные, фиолетовые. Задача – угодить на любой вкус, а желания клиентов порой непредсказуемы. Пример импорта. Замещение от челябинских мебельщиков. Российский вариант дорогих итальянских фасадов в 3 раза дешевле. И по качеству, говорят, наша мебель вполне способна конкурировать с зарубежной. Помню, какой был у всех мебельщиков страх. Вот сейчас IKEA откроется, и все будет очень плохо. Ну, совершенно никак не отразилось. Причем очень много ситуаций. То есть человек пришел, посчитал у нас, потом пошел, посчитал в IKEA, и в конечном итоге у нас получилось дешевле. Роскошь для среднего класса от томских производителей. Мебель для кухни Тиффани. Тут и громкое название, и блеск позолоты, и мерцание страз. Вот эта гостиная – лидер продаж среди мебели производства томской фабрики. В оформлении фасада здесь использовали и золотистый глиттерный рисунок на основе сверхстойкого лака, и даже кристаллы Сваровски. Стоит такая гостиная чуть больше 35 тысяч рублей. А этой кухней производитель подчеркивает, фабрика готова воплотить в жизнь любой полет фантазии. Мы стараемся все-таки именно дизайну большое внимание уделять, чтобы это было индивидуально и привлекало глаз. Это, конечно, кухня, это все-таки уже такой парад красок, потому что показать, что действительно возможно все. А чтобы не везти выставочные образцы домой, их тут же и продают с большой скидкой. И раскупают томские столы и шкафы довольно быстро. Лидия Захарова, Константин Стремоусов. Новости здесь, Новосибирск.